Друзья, всем привет! Вы находитесь на канале jazzmoto.ru. С вами, как всегда, его ведущий я, Иван. И сегодня у нас на обзоре новинка от компании ZoomAV на 166-м моторе, но необычном. Расскажу дальше, о чем речь идет. Это ZoomAV A5-250-1916. Сразу начнем с задней части мотоцикла и потихоньку будем перетекать вперед. Сзади мы видим 16-е колесо, алюминиевое, усиленное, на котором стоит покрышка не как у всех производителей, у кого 16-е колеса стоят 90-116. Здесь уже идет 110 на 90-16 с большой шашкой, копия Кенды, сейчас очень популярная, это Янгсинг. Они подделали полностью Кенду и пошли вот таким путем. Конечно, я не могу сказать то, что она супер мягкая, но и не супер жесткая. За свои деньги, по-моему, это отличный вариант, а стоимость этого мотоцикла я скажу в конце видео, она очень приятно вас удивит. Звезда 520 на 47 зубов, тарелка такая же, как на Kayo K1, поэтому с запчастями проблем не будет. Также мы видим здесь стальной маятник, не алюминиевый, к которым тоже никаких претензий вообще нет, и усиленная цепь 520 от компании SFR, золотая. Я, если честно, последние 3 года использую только эти цепи, они у нас идут и на FR, и на FRR. И после того, как я владел FRR и понял, что это за цепь, я постоянно беру ее и меняю просто раз в сезон. Она стоит 2000 рублей, это идеальный вариант. Супер профессиональная цепь мне, конечно же, не нужна. Есть, конечно, ребята, которые там в Геленджик ездят и так далее, может быть, они ставят себе всякие диды по 11 тысяч рублей сальниковые. Но это бессальниковая, стандартная, классическая, неубиваемая цепь. Перемещаемся чуть ближе к передней части мотоцикла и видим самое главное, это его сердце, это двигатель. На крышах написано ZoomAV, но на маркировке написано 166, но это не зонгшиновский мотор, это мотор компании Lonsin 166. И, как заявляет производитель, именно у этого мотора 166 и у этого производителя здесь не как мы привыкли видеть 16 лошадиных сил, здесь их аж 18, поэтому 18 лошадей на заднее 16-е колесо, это прям изумительно, потому что я катался на FR, на 166-м моторе, тоже в 19-м колесе, он едет очень хорошо и очень бодрый. Я не понимаю людей, которые говорят, что вот там 172-й мотор нужен, но просто у 166-го меньше вибрации, больше ресурс и мощностей достаточно много, потому что если поставить 300-ку на 16-е колесо, то это будет переизбыток мощности, он будет постоянно шлифовать и будет уже совсем не то. Здесь уже прям все сбалансировано, ребята добавили лошадей, улучшив мотор, и все должны быть довольны. Также, смотрите, здесь идет сразу же в стоке защита ведущей звезды с такими прорезями. Это сделано для того, чтобы, если вдруг кто не знает, многие часто снимают крышку и вообще катаются без нее, но здесь это сделано, чтобы вся грязь и мусор, ветки, палки вываливались снизу и выходили через эти технические отверстия, чтобы не убить звезду и особенно цепь. Лапка здесь стоит от 172 мотора, стандартно, чтобы не задевала за крышки картера. В остальном ничего особенного я здесь не вижу. Если кто-то будет писать в комментариях, что это вот такое, что за конструкция рамы, то можете приехать к нам в салон, посмотреть на стороннюю технику, другую. У них стоят здесь накладки на раму, здесь они просто не стоят, которые скрывают вот эту вот часть мотоцикла. Но, конечно, харда от него ждать не нужно, но по лайту и по обычному использованию он будет жить очень долго, и к нему вопросов никаких нет, ведь ребята испытывают эту технику прямо в горах. Переходим к передней части мотоцикла и видим здесь переднее 19-е колесо с такой же покрышкой Янгсинг, заточенную под кенду, которая уже помягче, чем задняя, кстати. Спицы у нас усилены, обод алюминиевый, все как надо. Спереди двупоршневой тормоз, стандартный, обычный, как на питбайке и на другой технике сторонней. Сзади стандартный однопоршневой суппорт. Подвеска с зеркалом 41 мм, без регулировок. Сзади тоже без регулировок, но, кстати, забыл сказать, то, что его еще можно сильнее занизить на 2 сантиметра. Сейчас мы перенесемся, посмотрим, как он по посадке у нас, но его можно занизить еще сильнее, поэтому невысоким девушкам с ростом от 155 будет совершенно спокойно его эксплуатировать вне дорог общего пользования. У нас сегодня очень интересные клиенты. Лиза приобрела сегодня вот такой ZoomAV A5. Принципиально настаивали клиенты, что нужна именно 250-ка. Лиза, зачем вам именно 250-ка? Ну, я опиралась в основном только на лыжи. А, тут есть эксперты. Да, здесь есть эксперт. Я вообще не эксперт, я ездила только на питбайке. Но самая главная фишка этой продажи в другом. Лиза, можно нескромный вопрос? Не про возраст, не про вес. А какой у вас рост? 156.
156 сантиметров, ребята, единственная 250-ка, на которой, наверное, действительно будет комфортно кататься с таким ростом. Потому что колеса 19-16, и есть возможность вот здесь вот в прогрессии выставить занижение. Поэтому Лизе пожелаем удачи в ее новом хобби. Да. Я бы хотел добавить, что мальчик дали 16 iPhone, а мужчина новый мотак. А? Вот так вот. На этом мы, пожалуй, и закончим. Друзья, покупайте не айфоны, а мотаки. Что изумительно. Вот техника зумов заточена прям под всех. И также мы видим траверсы. Не фрезерованные, стандартные, литые, алюминиевые, цвет мотоцикла. То есть ничего особенного здесь нет, но за свои деньги это прям топ. Переходим к органам управления. Здесь стандартный 28-й руль, как на всех эндуриках, алюминиевый, толстостенный от компании Zumav. Рычаг тормоза и сцепления стандартный, тоже обычное сцепление, на удивление легкое, с точечной регулировкой на месте. И подсос выведен у нас на рычаг сцепления, что достаточно удобно. Счетчик моточасов в наличии, приборной панели нет. Здесь также USB разъем для зарядки телефона, либо какой-нибудь GPS-навигатора. Грипсы, как на GR8 раньше ставили, очень приятные, хорошие, мягкие. Стоки, защита рук, алюминиевая, зеленого цвета. Ну и 5-диодная фара. То есть светит она достаточно хорошо. Не обращайте внимания, что тут бумажка, этот мотоцикл уже продан, они разлетаются на ура, я бы сказал. Это вот тоже один из последних, которые у нас остались еще в собранном виде. Замок зажигания, конечно, выведен не очень удобно, но в этом ничего страшного нет. Я считаю, можно привыкнуть и стерпеть. Давайте же попробуем на него присесть. Итак, друзья, напоминаю, рост 1,85 м, вес 90 кг. И как бы вот кто смотрел обзор на прогасе Джамбо, поймет, что Джамбо из-за своей жесткости подвески немножко даже будет повыше. То есть если этот байк занизить, с ним справится даже ребенок. Конечно, под присмотром родителей. Невысокий байк, посадка у него удобная, то есть от подножки до сиденья расстояние у него даже чуть больше, чем у прогасе Джамбо. Короче, это прогасе Джамбо, но на максималках. Джамбо стоит 115, цена этого мотоцикла 162 тысячи рублей. Добавляем 47 тысяч рублей прогасе Джамбо и получаем вот такой вот Zumav A5, который уже будет ехать очень сильно пободрее. Ну и, конечно же, рекомендую сразу же с нуля на него не садиться, а хоть немного покататься на питбайке, а потом уже пересесть на взрослую технику. По подвескам, конечно, хочется протестировать его в деле. Не могу сказать, что это прям какой-то топ, как подвеска HTV или KKE, которая сразу чувствуется, как она работает и отрабатывает. Здесь, конечно, можно поиграться с пружиной задней, либо изменить вязкость масла в вилке. То есть это все поддается регулировкам, даже если это не регулируемая история. Поэтому мне все нравится, удобно, комфортно даже с моим ростом. Так, друзья, действительно, решил прям сравнить эти две модели. Мне кажется, они абсолютно одинаковые. Сейчас сравним. Высота по седлу у нас. Сафонов? Сколько там? Угу. Так, высота по седлу у Zumav A5 880 мм. У прогасе Джамбо, мне кажется, еще выше. 890, мне кажется. 900 миллиметров высота по седлу у Джамбо, поэтому давай посмотрим базу по осям. 1310, 1400 у Zumav A5. В общем, единственное, у них вот даже прогасе он повыше, Zumav он чуть пониже, но Zumav он подлиннее. Поэтому, друзья, два идеально топовых байка для новичка. Это 125-ка, сейчас вскоре выйдут еще 140-160, и Zumav A5. 250 кубов, то есть если у вас уже есть опыт и вы хотите пересесть вот с этого на эндуро мотоцикл, то это вариант непосредственно для вас. Ну, а мы находимся по адресу 5-я кабельная улица, 2 строение 1 в Москве. Приезжайте к нам в гости, все посмотрите, посидите, выберите для себя вариант, который вам удобнее и интереснее. У нас есть кредит, рассрочка, доставка от Москвы до Владика. Ну а с вами был Иван, компания jazzmoto.ru. Пока!